Ребята, не надо изобретать велосипед. Вырубил майночку небольшого во льду и налил воды и запустил туда живцов. Осталось нам пару жерлиц поставить. Вот. Ну и на вечер сюда. Сейчас постараемся наловить побольше. Вечером придем проверять. Может, какую сдернуло, чтобы было на замену обязательно. Потому что по темному щука тоже у нас выходила там до 9 вечера. Вот. Так что будем менять. Самое главное живцов наловить. Ну, щука. Мелочь плохо клюет, значит щука где-то ходит. Ну что, ребята, вот наши живчики. Сейчас покрупнее возьмем и добавим на ту жерлицу, где была поклевка. Очень удобно вот так. Ну, не в сильные морозы.